Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня снова сели на проекте Amazing Holy Play. Сегодня у нас будет новое интересное видео, которое вы давно просили меня записать. А именно сегодня я вам покажу, как скачать и установить заменку звуков на машины. То есть будет замена звуков всех машин, просто абсолютно всех. Обычных машин, получается рабочих машин там и так далее. То есть полностью замена всех звуков машин. Поэтому возьмите, поставьте лайк и обязательно подпишитесь на канал, потому что моя цель — это 20 тысяч подписчиков. Нам осталось совсем немножко, поэтому возьмите и подпишитесь на канал. Говорю сразу то, что сборка принадлежит такому человеку, как Драконов Мод. Ссылка на его группу будет в описании под видео, поэтому заходите, смотрите, там много есть всего интересного, поэтому ссылочка будет в описании под этим видео. Также не забывайте ввести промокод, пишите MM, потом 7-й пункт промокод, указать друга ютубера и пишите промокод Кирилл Гейм капсом, за который вы получите 150 тысяч. Мой промокод может вводить на любом сервере Amazing Holy Play. Итак, дамы и господа, как бы установка этих заменок очень простая, но какой эффект это придает, это просто невероятно, потому что эти звуки просто тебя больше, так бы, погружают в атмосферу вообще КРМП, этих машин там и так далее, потому что звуки реально очень качественные, очень проработанные, все реально очень хорошо сделано. Также еще заменены звуки, получается, открывания двери, по-моему, если я не ошибаюсь, и запуска двигателя. Это я вам тоже все, в принципе, продемонстрирую. Я думаю, давайте я сначала вам покажу звуки некоторых машин, там 2-3 штучки. Все машины я, конечно, показываю не буду, это вы уже сами, в принципе, проверите, посмотрите. Я буквально там возьму 2-3 машины, покажу вам звук и потом покажу, как установить данный мод на звуки. Первое, что вам нужно сделать, это просто зайти в группу, найти этот пост и нажать вот по этой ссылочке. Она вас перекинет, получается, на Google Диск, на котором вы сможете скачать данную сборку. Вот этот файл, просто нажимаете скачать, все равно нажимаете скачать, и в принципе все.
Больше вам ничего делать не нужно. Весит все это 613 мегабайт. После того, как вы скачали, вам теперь нужно просто отдельно себе перекинуть на рабочий стол, получается, КРМП 037. Как это сделать? Находите вот эту папку Amazinga, получается, заходите в нее и нажимаете вот скопировать. Копируете и нажимаете вот вставить на рабочий стол. Как бы в этом сложного, в принципе, ничего нету. Я думаю, каждый с этим справится. Вам просто нужно взять, скопировать GTA Grand Russia 037 и перекинуть на рабочий стол. После того, как вы это сделали, вам теперь нужно открыть, получается, файл, который вы скачал. Вот этот, получается, файл называется аудио. И вам теперь нужно открыть вот эту папку с игрой. И вот здесь есть такая же папочка. И вы просто берете вот эту папку, получается, переносите в эту папку, там, где у вас GTA Grand Russia. И нажимаете просто заменить замены. И все, больше вам ничего делать не нужно. Теперь, что вам нужно сделать? Вы берете, получается, открываете вот эту папку, вот эту, потом находите КРМП, нажимаете вот эти шестеренки, нажимаете вот папочку, выбираете свою папку на рабочем столе, вот она у вас в принципе есть, нажимаете ОК, Save, и потом просто нажимаете Connect, и все, вы играете, у вас теперь будет заменка со звуками. То есть у вас будет все хорошо. Кто не понял, как установить, можете, в принципе, написать мне ВКонтакте. Я чем смогу, тем помогу. Я думаю, в принципе, я все рассказал, показал. Устанавливайте данные заменки. Насчет вируса, пацаны, не знаю, можете сами проверять. Я за это не ручаюсь. Поэтому лучше перед установкой проверьте эти файлы на вирусы. Потому что, честно, я не проверял. Я уже играю с заменками 2 недели. Меня все устраивает, мне нормально. Меня пока что не взломали. Устанавливайте данные заменки на свой страх и риск. Проверяйте их перед установкой. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.